Здравствуйте! Вы смотрите программу «Открытая книга». Если вы ищете Бога и хотите понимать Священное Писание, эта программа для вас. Открывайте Библию вместе с нами, и Бог откроется вам. Сегодня мы продолжаем беседовать об образе искупления в Священном Писании. На наши вопросы отвечает священнослужитель Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте! В нашей прошлой программе мы говорили о потопе, о том, что с помощью потопа Бог хотел приостановить развитие зла, развитие греха на этой земле. Однако, несмотря на то, что потоп был и были сохранены жизни только Ноя и его семьи, а эти люди были праведными, после Ноя грех продолжал развиваться. Тогда в чем же был смысл потопа? Ну, с помощью потопа и Бог и не ставил перед собой цели, да, вернуть землю в первозданное состояние. Для этого нужно было просто уничтожить все и сотворить заново. Мы с вами говорили о том, что грех – это некое состояние человека, которое передается помимо сознания от человека к человеку, и независимо от того, какой вы принадлежите родословной, Сифа или Каина, даже праведники, они несут в себе потенциал греха, и только благодаря Божьей помощи, которой они обращаются, они, ведя борьбу с этим потенциалом греха, с этой закваской, говоря библейским языком, греха в самих себе, им удается следовать Божьим заповедям и в какой-то возможной мере, да, и хранить Божью волю в своей жизни. Целью потопа было, как вы и сказали, приостановить развитие греха, не дать возможности греху поглотить полностью человечество, или, другими словами, не дать возможности вот этой родословной каинитов поглотить родословную детей Божьих, родословную Сифа, и таким образом уничтожить всякую возможность или всякое познание о Боге. Вот. И в этом смысле потоп был, ну, своего рода таким перезапуском системы, да? Как бы дарование нового шанса человечеству начать все, ну, почти, скажем так, с нового листа, с нового абсолютно это было невозможно, в силу того, что Ной и его дети, те, которые спаслись от потопа, все-таки продолжали оставаться носителями греха, но, тем не менее, был дан как бы новый шанс для развития родословной людей, знающих о Боге. Перезапуск был удачным? Был удачным в том смысле, что до сих пор история человечества продолжается. Уже прошла не одна тысяча лет. Если бы он был неудачным, то, наверное, человечество уничтожило бы само себя уже давным-давно. Да? Но, как мы с вами говорили, вот для Священного Писания характерны такие родословные. Родословные, которые в Библии встречаются в моменты жесточайших кризисов, кризисов духа человечества. Вот одним из таких кризисов был потоп, и в последующем эти кризисы повторялись, но каждый раз Господь, вмешиваясь в историю человека, продолжал свою линию, линию спасения, которая в конце концов, как мы верим и как об этом говорит Священное Писание, приведет к окончательному очищению земли, пересотворению и перезапуску, да, выражаясь этим современным языком, перезапуску системы, после которой система будет абсолютно новой, или Вселенная будет абсолютно новой, и этот опыт страданий и греха послужит основой для того, чтобы в будущем подобное никогда не повторялось.
Насколько мне известно, Бог после потопа дал такое своеобразное обещание больше не уничтожать землю именно таким образом, вернее, больше не уничтожать человечество таким образом. Да, давайте мы, наверное, обратимся к этим текстам, к Священному Писанию, книга «Бытие». И в 8 главе прочитаем, что же было после того, как Ной со своими детьми вышли из ковчега. И сказано так, что устроил Ной жертвенник, когда вышел из ковчега, 20 стих, и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь приятное благоухание. И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал. И впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Ной начинает эпоху новую, новую жизнь. С чего? Что первое он делает? Написано, он строит жертвенник и приносит во всесожжение эти жертвенники. Ну, другими словами, он совершает богослужение. Помните, мы с вами говорили о том, что для родословной сынов Сифа или детей Сифа характерно вот это знание о Боге, которое выражалось в том числе и в богослужении. Написано, и дети Сифа призывали имя Божие. И первое, что сделал Ной после того, как вышел в ковчега, он призвал имя Божие. В этом смысле Бог достиг в определенном смысле своего, своей цели. На земле больше не осталось никого, кто бы мог угрожать, да, Ною, его детям, служить Богу, хранить истину. И таким образом уберег он землю от саморазрушения и саморастления. Вот. Но история продолжается. И, как мы знаем, в конце концов история потопа выродилась или перешла в историю Вавилонской башни. Да? Но перед этим интересно обратить внимание на то, что в 9 главе Бог как бы пересотворяет землю. Как бы написано языком сотворения, пересотворения вот, облика земли после потопа. Здесь сказано так. «И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал им». Что он им сказал? Да то, что он сказал первому человеку. «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. И дострашатся, и дотрепещут вас все звери земные, все птицы небесные, и все, что движется на земле, и рыбы морские, в руки ваши отданы». То же самое было и в жизни Адама, когда Господь, сотворив этот мир, дал его в руки Адама. И 7 стих. «И плодитесь, и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его, вот я поставлю завет мой с вами, и с потомством вашим после вас, и со всякой душой живой, которая с вами, и с птицами, и с котами, со всеми зверями небесными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, и со всеми животными на земле». И что это за завет такой? В чем он заключался? «Завет с вами, что не будет более истреблена» – 11 стих 9 главы книги «Бытие» – «не будет истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». И знаком этого 12 стих говорит, «Вот знамение завета, которое я поставлю между мною, между вами и между всякою душой живою, которая будет с вами во все роды навсегда, я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землей». Что такое вообще завет? Такое старое слово, которое сегодня нечасто, наверное, встретишь в таком вот употреблении. Да? Завет – это договор или соглашение. Как бы Бог заключает соглашение с человечеством в лице Ноя, что больше не будет на земле такого катаклизма, который уничтожит полностью все живое на земле. Можете об этом не переживать. Я беру на себя эти обязательства. Да? Мы о первом завете, как бы общем завете Бога с человечеством читали тогда, когда Господь обращался к Еве после грехопадения. Вот я семя, да, воздвигну, которое, или младенца, который
паразит дьявола в голову. То есть это обещание, которое Господь обещал исполнить человечеству. Придет время, и ничто этому не помешает. Ни зло, которое будет развиваться на земле, ни воды потопа, или еще какие-то другие бедствия, или проблемы, которые приходят в жизнь человечества. Линия спасения, история спасения будет продолжаться. И придет то время, когда Мессия, Сын Божий, придет для того, чтобы спасти этот мир. И вот здесь тоже один из заветов, или договоров, которые Господь вступает с сынами человеческими. «Больше я не наведу воды потопа». Другими словами, человечество может развиваться, строить свою цивилизацию, и Бог в этой цивилизации будет продолжать свою родословную, свою линию, которая в конце концов должна привести к спасению. Вот и здесь, в 15 стихе, «Я вспомню завет мой, когда увижу эту радугу, которая между мною и между вами, и между всякой душой живою во всякой плоти, и не будет более вода потопом на истребление всякой плоти». Вот таким образом происходит перезапуск, да, или пересотворение этой новой земли, уничтоженной потопом. Кстати говоря, потоп оставил неизгладимое впечатление в памяти человечества. И практически все народы, независимо от того, где они живут, на каких-то островах, изолированных в Тихом океане, индейцы, жившие долгое время в изолированной собственной цивилизации в Южной Америке, да, или в Америке, в Северной Америке, в цивилизации Средиземноморья, европейские, все в той или иной степени в своей памяти, в своем мифотворчестве несут воспоминания о катаклизме, который когда-то посетил Землю. Хотя чисто буквально это может быть выражено по-разному, но идея присутствует у всех народов. И вот этот страх перед уничтожением, вот это вот, этот катаклизм, который грозит уничтожить человечество, он настолько глубоко в память человеческую сел и настолько сильно повлиял, да, на нас, что мы, точно так же, как и люди после потопа, продолжаем иногда строить Вавилонскую башню или корабли для спасения на всякий случай. Вдруг метеорит какой-то упадет, вдруг солнце погаснет, вдруг что-то еще произойдет. Но нам нужно как бы избежать этого вселенского потопа или любого другого катаклизма, который может прийти на нашу землю. Значит, строительство Вавилонской башни было связано с потопом? Да, строительство Вавилонской башни было абсолютно связано с потопом. Каким образом и вообще, каким образом происходило строительство этой башни? Да, об этом рассказывает 11 глава книги «Бытие». Здесь сказано, что после того, как люди снова размножились на земле после потопа, и был один язык, и одно наречие, они сказали друг другу, 3 стих 11 главы, «Наделаем кирпичей, обожжем огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всей земле». Человечество строит новый город, новую цивилизацию. И не случайно башня эта связана, как здесь сказано, она будет высотой до небес, сделаем себе имя. Да? И наречено этому месту имя Вавилон. Двоякий перевод этого слова. С одной стороны, это слово можно передать как «врата небес», сделаем себе имя и построим башню до небес. Да? Это как бы вызов вот этой угрозе Бога покарать человечество, наказать его, держать все под своим контролем, в том числе и при помощи вот потопа. Это как бы вызов, подобный тому вызову, которым дьявол обольстил Адама и Еву. Вы будете сами себе богами, стройте сами свой город, стройте сами свою цивилизацию. Да? Вот. А с другой стороны, это слово можно передать и как смешение. И в нашем бытовом языке мы используем этот образ. Вавилонское столпотворение, да, что-то такое бессмысленное, какая-то толпа необузданная, неуправляемая,
разрушительная толпа, Вавилонское столпотворение. То есть вот эта попытка построить башню до небес, город, создать себе имя в противовес угрозе потопа, да, и как бы непринятие во внимание завета Божьего о том, что начинается жизнь снова, у вас появляется новый шанс, стройте город по вашим планам, и в этом плане я буду проводить все равно свою линию для того, чтобы история спасения продолжалась и в конце концов совершилась. И интересно, что мы пропустили между 9-й, в которой описана вот история пересотворения Земли, да, и 11-й, в которой описана история строительства Вавилонской башни, находится 10-я глава. 10-я глава полностью состоит из имен, которые перечисляются, родословные. Да. А когда используется в Библии родословные? Снова то самое родословие, когда, казалось бы, уже для мира нет надежды, и он подлежит уничтожению. Да, но Бог продолжает, да, свою историю. И это имена. Имена, которые мы можем найти в родословной Господа нашего Иисуса Христа. Они продолжаются. Вот. Потоп не прервал родословную людей. Да? У Ноя были дети, и от этих детей произошли дети, и впереди целая линия. Но интересно, что из трех детей, Ноя, Сима, Хама и Афета, да, в Священном Писании приводится родословная трех детей, но акцент делается на родословной Сима. Потому что в родословной Сима продолжается вот эта линия, линия знания о Боге. И линия хранения истины о Боге. Что же произошло со строителями Вавилона? Чем закончилась эта история о строительстве башни и высотой до небес? Да. В этом смысле строители Вавилонской башни повторяют подвиг своего праотца Каина. Каин был первым, кто построил город. Да? Город с точки зрения как бы цивилизации того времени, это не просто вот место с каменными строениями. Город – это государство. Город – это определенные законы, это определенные правила, это определенный менталитет, мировоззрение и все, что с этим связано. Город, о котором говорит Священное Писание, который построил Каин, это город, основанный на силе, город, основанный на мести, город, основанный на вот, страхе. Строители Вавилонской башни повторяют подвиг своего праотца. Они как бы строят не просто башню, они строят цивилизацию. Мы знаем, здесь определенная идеология за этим стоит. Да, здесь как бы заложена, да, определенная идеология. И суть этой идеологии, основа этой идеологии – это вызов. Вызов Богу. Они повторяют в какой-то степени, ну, как мы уже об этом с вами говорили, ведутся на вот это искушение дьявола – быть богами самим себе. Построить самим этот вход в небеса. Но это невозможно. Невозможно вытащить себя самого за шиворот из болота. Невозможно на этой земле избавить себя от греха или от вот этого растления, которое привел грех, да, который передается от человека к человеку собственными усилиями. Нужен спаситель, нужен искупитель, нужен некто, кто пришел бы со стороны. И неудача попытки построить Вавилонскую башню. Здесь описано, что «И сказал Господь, вот один народ у них, один язык, и что начали делать они, не отстанут того, что задумали. Сойдем же и смешаем там язык их, чтобы они не понимали друг друга. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и перестали строить город. И дано имя тому городу Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, оттуда рассеял Господь по всей земле». Вот эта попытка собрать людей всей земли под одно владычество, под одну сильную руку, установить некую идеальную систему правления, где каждый будет повиноваться четким законам государства, да, и это повиновение будет основано на страхе, на подчинении, на принуждении, оно существовало всегда.
И вот эта попытка построения глобального мирового государства, она отражена здесь в образе строителя Вавилонской башни. Да? И вот этот образ, начиная с истории строительства Вавилонской башни, образ собирателей народов, начинает проходить с этого момента через все Священное Писание. Эта история Вавилона повторяется в дни Навуходоносора. Да? История Вавилона повторяется в царствах Рима, Александра Македонского, который пытался собрать все земли Железного Рима, да, который попытался объединить страны вокруг Средиземного моря. Эта история повторялась и в наполеоновских войнах, и в войнах Второй мировой войны. Эта история повторяется и сегодня, когда речь заходит о попытках устройства глобального мира, да, глобального мироустройства, где все будет подчинено одному центру мировому, откуда будет исходить управление, и тогда вот как бы наступит мир, процветание и порядок. Это утопия? Это абсолютная утопия, да. И образ Вавилонской башни говорит нам о том, что строительство подобного рода ничем не закончится. А если точнее, то как здесь сказано, чем оно закончилось? Закончилось Вавилонским столпотворением, когда никто друг друга не понимал, и все превратилось в хаос и бессмысленность. А каким образом это произошло? Что там произошло? Ну, здесь написано, что Господь смешал язык так, что люди не понимали друг друга. Ну, в этом можно, наверное, много видеть, кроме буквального смысла и каких-то подтекстов. Как бы строительство цивилизации основано на взаимном понимании людей. Но стоит это взаимное понимание убрать, единодушие как бы убрать, и люди начинают вместо строительства этой цивилизации начинают ее растаскивать по частям, разворовывать, да, и она перестает существовать. Сегодня это можно наблюдать, например, в таком явлении, как терроризм, абсолютно бессмысленный, уничтожение людей. И таким образом вот эта стихия террора, она противостоит другой стихии, стихии объединения, попытки построить всех в одну как бы шеренгу и подчинить одним законам. Павел Владимирович, каким образом мы в этой истории, в истории о Вавилонском столпотворении, можем увидеть образ искупления? Да, образ искупления в истории, во-первых, мы его видим в продолжении этой истории строительства Вавилонской башни. Обратите внимание, Вавилонская башня – вызов Богу. Кажется, что опять замысел Божий о продолжении родословной детей Божьих терпит крах. Опять. Но 10 стих. Вот родословие. Да? Следующая часть 11 главы начинается с этих заветных слов. Вот родословие Сима. Сим был 100 лет и родил сына своего. И перечисление имен. И эти имена подходят к одному из величайших библейских героев, к Аврааму. Из этого Вавилонского столпотворения Господь выделяет, вызывает, выводит Авраама, который становится отцом всех верующих. С него начинается великая родословная всех верующих, которая приводит нас к Спасителю Иисусу Христу и приводит, в конце концов, к верующим, к церкви нашего времени, которые, может быть, не по плоти, не по крови, но по вере своей также являются детьми Авраама. Во-вторых, история строительства Вавилонской башни, она находит свое отражение в завершении истории человечества. В книге Откровения много, или как бы наш мир современный, противоборствующий Богу, описан вот этим языком Вавилона. Вавилонская блудница, город, в котором собрано все, что противится Богу, все, что восстает против Бога. И спасением является уничтожение как бы этого города. Город, который, кстати, не просто противостоит Богу, а который преследует Божьих детей, который физически их уничтожает, который навязывает им свои правила. Вспомните печать, да, 600, или число 666. Да? В этом образе, кстати говоря, в вавилонском исчислении, если у нас десятичная система, как бы, да, то там шестеричная. То есть числа круглые заканчивались не на ноль,
а как бы на 6. 6, да? 6, ну, 16, 26. До них, до нас дошло, до нас дошло это в виде вот часов, то, что делится на 6, в виде количества дней в году, вот, градусов вот, в полном обороте, вот все, что с этим связано. Ну, одно из толкований этого числа – это вот ассоциация с Вавилоном, да, с астрологией, с математикой вавилонской. Вот в этом образе выражена попытка, в образе 600, ну, к примеру, или печати вот этой вавилонской, выражена попытка навязать менталитет богопротивников. И спасение от этого, да, приходит от Бога. Спасение приходит к тем, кто продолжает оставаться верным, кто продолжает, несмотря ни на что, несмотря на это неимоверное давление цивилизации, придерживаться Божьих принципов, бояться Бога и в своей жизни исповедовать Его волю и следовать Его заповедям. Павел Владимирович, я благодарю вас за эту беседу. Время нашей программы, к сожалению, истекло, но разговор об образах искупления в Священном Писании мы еще продолжим в следующих программах. Всего доброго и пусть Господь благословит вас. Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Телепрограмма «Лицом к лицу».